Большая часть Европы сокрушена железной пятой оси. Союзники вынуждены отступать. Линии снабжения союзников перерезаны. Суэцкий канал – это линия жизни между Британией, ее владениями и ближневосточной нефтью, что делает войну в Северной Африке ключевой. Британская армия и войска Оси встретились на границе Ливии и Египта. И линия фронта постоянно перемещается по западной пустыне, узкой полоской беспощадной земли между Средиземноморьем и Сахарой. Настал век механизированных сражений. Здесь царят танки. Я зашел на берег в Тобруке. Транспортное судно привезло подкрепление. Юношей, слепо бегущих к своей смерти. Им было неуютно рядом с такими людьми, как я. Мне наоборот. Большинство из них не выживет. Ромеля отбросили в ходе операции «Крестоносец». Но войска Оси снова наступают на западную пустыню. Битва у Газала началась с отступления союзников и Ромеля у стен города. Некогда думать о тактике. Нас 35 тысяч, и у нас приказ. Удержать Тобрук. Снайперы, срочно на стену!
Мне нужно с ними разобраться. Я пригнусь, и меня не услышат. Мой велрот подойдет. Thank you.
Минометы нейтрализованы. Пора проверить вершину. Мы потеряли Табрук. Но моя работа привлекла внимание британской разведки. Они следят за генералом Францем Валеном, безжалостным протеже Гитлера, который был направлен в Африку с неизвестным заданием. Их агент в окружении Валена молчит. И они хотят узнать причину. Мой первый пункт назначения – оазис Габерун, транспортный узел оси. Через него проходят отряды разведчиков и шпионы. Мой союзник – темнота. В этом районе несколько офицеров, отсюда я и начну поиски. Вокруг озера несколько холмов, как раз для моей винтовки. Если Вален был здесь, он оставил след, и я его найду. Отлично подойдет, чтобы скрыть звук выстрела. В этом месте лучше достать бинокль. Thank you.
Нужно обыскать этот труп. Стоит прикрыть тыл ловушками.
Я смогу пролезть здесь только ползком. Нужно убрать с дороги трупы. Нужно убрать оператора прожектора. Oh!
Mann am Boden! Was war das? Svolgete le vostre mansioni. Офицеры внимательнее рядовых. Уничтожив эти грузовики, я перережу линию сражения. Restate in formazione! Controllate le armi! State allerta! Eccolo! Fate attenzione! Tenete gli occhi aperti! Пора уходить. Есть ли это?
перестроить выстрелы, если поврежу генератор. Thank you.
Мана. Wie viele sind es? Генерал будет здесь через пару минут. У меня есть время подготовиться. Похоже, в этих ящиках немцы перевозят взрывчатку. Thank you.
Нужно подождать, пока стихнет тревога, или разобраться с ней.